Здравствуйте, меня зовут Мурат Румкулов, я руководитель, главный конструктор проекта по производству летательных аппаратов нового поколения. Суть нашего проекта заключается в создании тяжелых дронов, летающих квадроциклов, в перспективе первого в мире летающего автомобиля. Реализовать этот проект можно уже сегодня имеющимися в мире технологиями. Аналогов и конкурентов у нас нет. Все, кто пытался сделать это до нас, шли неверным путем. Их устройства не могут свободно летать, потому что не используют электрическую силовую установку и тянущие воздушные винты. Принцип полета тел в тяжелый воздух описан в формуле Жуковского. На свободный полет аппарата с вертикальным взлетом влияет его масса, мощность силовой установки и ометаемая винтами площадь. Мы первые, кто додумался использовать в таких летательных аппаратах толкающие винты, двигатель внутреннего сгорания и передачу крутящего момента двигателя к винтам через гидравлику. Наши аппараты просты в управлении и достаточно безопасны для запуска в производство. В наших летательных аппаратах используются толкающие винты, расположенные в импеллерах. Угол наклона винтов сделает аппарат более устойчивым и увеличит ометаемую площадь. Кроме того, мы используем двигатель внутреннего сгорания. Наши аппараты за счет его использования поднимут 150 кг полезного веса, а емкость банка сделает возможным 5-6-часовой перелет без дозаправки. Главным отличием летательных аппаратов является система передачи крутящего момента, не имеющая аналога в мире. Мы первые, кто додумался использовать гидравлику для привода несущих винтов. На данный момент устройство проходит патентование в Роспатенте. Управление нашими устройствами простое и понятное. В случае квадроцикла это аналог мотоциклетного руля. Система управления уникальна в своем роде, но проста и в применении. Это сделает аппарат широкодоступным, а пользование им безопасным. В наших летательных аппаратах соблюдены требования безопасности. Винты защищены решетками, что делает их безопасными для пилота. Система стабилизации будет мгновенно реагировать на малейший крен. Система управления проста, в ней легко сориентироваться в экстренной ситуации. В результате мы получаем летательный аппарат, который способен подняться на высоту 2 км земли, летать в течение 5-6 часов, обладающий высокой маневренностью, грузоподъемностью, безопасностью, простое управление и, главное, достаточно дешевый. Уже сейчас мы готовы приступить к серийному производству летающих квадроциклов и тяжелых дронов. В ближайшей перспективе мы сможем создать первый в мире летающий автомобиль. Аппарат уже спроектирован, но к его созданию мы собираемся приступить после того, как запустим производство дрона и квадроцикла. С учетом того, что конкуренции в данной сфере отсутствует, мы постараемся ее монополизировать. Это принесет максимальную прибыль от проекта. Сейчас нам надо 6 миллионов рублей для создания первого тяжелого дрона за 3-4 месяца. Тот, кто заинтересуется проектом сейчас, получит особые условия инвестирования. На данный момент у нас есть производственная база со всеми необходимыми лицензиями и документами, высококвалифицированный персонал и опытные руководители, в числе которых ректоры высших учебных заведений. Кроме того, мы планируем привлечь на первом этапе предприятия России и Европы, которые смогут выполнить наши заказы. Мы команда профессионалов, способные успешно реализовать проект. Мы первые и единственные, кто действительно может создать летающее устройство нового типа прямо сейчас. Наш проект наиболее привлекателен для инвесторов из всех существующих в мире.